расклад на Таро на двух колодах. Как исполнить свое желание и что поможет его исполнить через обращение к высшим силам. На двух колодах. Готическое Таро Анны Стокис и темное Таро Луиса Роя. 6 вариантов по 6 карт. 3 с одной колоды, 3 с другой. Можете выбирать. Вверху 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нет, ну, так как это через высшие силы гадание, то, наверное, оно будет такое очень странное. Как они смотрят на исполнение вашего желания? Что они вам советуют для этого? Что выбираете, ставьте на паузу. Первый вариант. Солнце прямое, мир перевернутый, валет мечей. Второй ряд. 11 аркан сила, 9 пентаклей, 13 аркан смерть перевернутый. Ну, тут у вас желания могут быть любые, вообще любые, а на самом деле все ваши желания и все силы соберут для того, чтобы вас защитить от смерти. И чтобы забрать у вас смерть, 13 аркан, они забирают через валет мечей. И мир переворачивает вас, лишают желаний. Но идут это не просто потому, что им хотелось забрать и вас обокрасть. Это чтобы спасти вашу жизнь и дать вам... Тут пентакли пойдут не в деньги, а в вашу жизнь. Пентакли – это еще здоровье и солнце. Вам дадут жизненные силы. Желания вы не исполните, но зато останетесь здоровы и целы. Вот что они отвечают. Первый вариант мы закончили. Второй вариант. Ваше желание. 10 кубков перевернута. 13 аркан смерть прямой. Карта высших сил перевернута. Ой, 6 жезлов. Тут она просто повторяет карту высших сил. 6 жезлов. 2 мечей. 18 аркан луна. И 10 мечей. Ну, это смерть уже не идет. Речь о смерти. Это о развале. Тут о развале отношений в паре. В семье по 10 кубков и 2 мечей. Это развал отношений. И 18 аркан луна, она тоже к семье относится. Она со смертью. А смерть это конец. И 10 мечей тоже только усиливает. Шестерка жезлов приводит в действие. Так что, если вы загадывали желание, чтобы кто-то развелся, кто-то разошелся на рассорку, если вы сами хотите разойтись с кем-то, то оно исполнится без всяких проблем. Очень легко. Белым единорогом к вам идет просто. А если вы что-то другое загадывали, нет, оно не исполнится. Ну, просто не исполнится по единорогу. И вы не пострадаете. Ваши личные интересы. Другие ваши желания забирают, чтобы у вас не развалилось все. В личной жизни. Вот такой второй ответ. Третий вариант. Как исполнить ваше желание. 8 кубков перевернутая, 9 пентаклей перевернутая. И юстиция, справедливость перевернутая, 8 аркан. 2 жезлов перевернутая, 7 мечей
Прямая и шестерка пентакля перевернута. Здесь просите денег. Посправедли, что с вами несправедливо. Вас обокрали, вас лишили и требуете вернуть любой ценой ваши деньги. Что вам отвечают? Высшие силы перевернутая. Туз пентакли прямой. Тройка кубков. Иерофант. Да, дадут вам деньги. Дадут. Безусловно, дадут. По перевернутой карте высших сил у них просто затруднение по времени. А по иерофанту прямому дадут. Дадут и без всякого сомнения. По вашей справедливости дадут. Просто у них задержка. В данном случае перевернутая с прямым пятом это задержка. Перевернутая карта высших сил. Дадут вам ваши деньги, вернут вам. Вернут вам украденное, это ваше самое заветное желание. И вернут уже постановление было, будут вам возвращать. Ваши крики на всю вселенную разнеслись. Дадут. Третий вариант. Четвертый вариант. Восьмерка пентаклей перевернута. Шестой аркан влюбленный перевернутый. Маг прямой. А маг... Тут еще высшие силы в этой колоде. Король пентаклей перевернутый. 17-й аркан звезда прямой, 15-й прямой. Просите вы денег и любви. Дадут вам. Дадут без всякого сомнения. И любовь, и деньги дадут. А понравится вам или нет, это ваша проблема. Вот, ну, все равно. Что просили, то получите. Так что думайте очень хорошо, что просите. А что у вас с этим будет делать, ваша проблема? Как про разнарядки выдадут. Без проблем. Вот что описали, в точности получите. Так что думайте очень хорошо, что вы описываете. Так ли вы хотите вот этого именно, и будете ли вы хотеть с этим жить? Очень хорошо подумайте. Что просите, дадут, вот дословно. Ни больше и ни меньше. Будет вам четвертый вариант, что вы хотите. Пятый вариант. Тройка пентаклей, десятка пентаклей перевернутая, туз кубков перевернутый, королева кубков перевернутая, рыцарь мечей прямой, колесо фортуны, десятый аркан перевернут. А вот тут всего просите вообще, вообще всего. Денег просите, недвижимости просите, любви просите и удачи просите. Все разом и всего-всего. Как-то ничего не сказано, что будет, укладывать одни желания, необъятные просто. Сейчас вытащим дополнительные карты. Королева мечей, верхний ряд. Ну, пока не очень. Четверка пентаклей перевернута. Сейчас следующее просим. Шестой аркан перевернут. Еще с драконами. Это к деньгам. Колесница тоже с драконами. Седьмой аркан. Шестой, седьмой. И король меча дадут вам. Все, что просите, дадут. Дадут. Вот это все, что нажелали, дадут. Вообще не оторопили. От количества просто, ну, дадут. По шестому и седьмому аркану дадут.
Королю мечей, я не согласна. Но от такого количества желаний просто все. Все и сразу. Ну, дадут. По трем последним картам дадут. Пятый вариант. Все на этом. Шестой вариант. Четверка мечей. 14-й умеренный, перевернутая. Девятка кубков перевернутая. Внизу второй аркан жрица. Восьмерка пентаклей. Тут жезлов перевернут. А тут вы просите исцеления от ран и физических, и душевных, и то, что силы тают. Вы устали, и депрессия помогут. Помогут. Вам решили помочь. Да. 17-й аркан и семерка жезлов. И 17-я луна помогут. Помогут исцелиться, встать на ноги. Помогут. Обретете силу и удачу. Дадут. Снова будете полны жизненных сил и энергии. Это вам подарят. Подарком уже пойдет даже. Ну вот и шестой вариант тоже закончили.